Итак, друзья, накатил я недавно новую Windows 10 специально, друзья, специально на диск, но это уже другая история, для того, чтобы, значит, установить Windows 10X. Вот, ну, по специальным причинам. Итак, друзья, установил Яндекс браузер, и, друзья, меня удивило, вот насколько красиво и приятно был оформлен вход в Яндекс браузер, да, видите, вот привет, Алиса, там сразу же озвучили, браузер установился, давайте его настроим, мне предлагают войти, но если я даже Я могу пропущу, перенести ваши пароли и остальные данные из другого браузера. ну, она просто крутая, но все равно, друзья, нет, и браузер, смотрите, насколько он красив, вот, прошу прощения. Насколько он просто прекрасен, насколько красивая панель, вот эта анимация, да. И вначале, смотрите, дзена нет, если вы не входите в вашу учетную запись. Ну и слева я уже говорил, можно посмотреть ролики, допустим, у вас включены какие-то ролики, да, идет звук, а вы не понимаете откуда, да, и с помощью вот этого вот меню, значит, можно ставить на паузу, выключать звук. И очень круто это. Друзья, то есть дизайн, что я хочу сказать, дизайн у Яндекс браузера очень красивый. Оформление, Алиса, все очень-очень красиво и очень приятно установить этот браузер, значит, и им пользоваться. Это мой любимый браузер. Друзья, так что вот такие вот ощущения мои. Всем пока.